Здравствуйте, мои хорошие. Дождались таки народного интервью с загадочным режиссером фильма «Замысел» Дмитрием Зодчим. Премьера интервью состоится в субботу 12 декабря 2020 года в 12 часов по московскому времени на новом YouTube-канале Дмитрия Зодчего. Посмотреть и послушать премьеру ты сможешь, пройдя по ссылке в описании к ролику или по ссылке в закрепленном комментарии. Во время премьеры открыт чат, в котором к нам присоединится и сам режиссер фильма. Обязательно подпишись на новый канал Дмитрия Зодчего. Желаю вам, дети рода человеческого, приятного погружения. Дмитрий Зодчий – это псевдоним или реальное имя? В чем ваша миссия? Вас любили в детстве? Можно ли сказать, что СГА – это вы? Фильм «За нас» или «Против нас» – это декларация, оферта или предупреждение? А кто дал вам право заниматься такими серьезными вопросами? Вам не кажется, что вы много на себя берете? Оставляйте комментарии.